Когда вы открываете книгу и на внутренней стороне переплета обращайте внимание на ранее незамеченную наклеенную небольшую гравюру, вы видите экслибрис, владельческий знак книголюба, так сказать, эмблема его библиотеки. Круг людей, изучающий науку гравюр, узок и пока ограничивается художниками и коллекционерами, а потому сегодня тема этого маловидного графики подзабытая. Возродить ее задача сложная, многоступенчатая. Это понимают педагоги Брестской детской школы изобразительных искусств, а потому начали с малого, организовали мастер-класс под говорящим названием «Книга и экслибрис». Мероприятие прошло под знаком 500-летия белорусского книгопечатания. Экслибрис – это книжный знак, который указывает на принадлежность книги определенному человеку, коллекционеру книг, библиотеке, которая тоже является носителем информации. Экслибрис отражает или же сущность этого коллекционера, то есть чем занимается этот человек, какие у него литературные в первую очередь интересы, или же хобби, или же профессиональные какие-то у него наклонности. И кроме изображения, но изображение, естественно, раз это гравюра, но там еще присутствует и текст. Текст, в котором присутствует слова «экслибрис» и фамилия этого человека. О возникновении экслибриса, его развитии, техниках и вариациях создания книжных знаков и гравирования шла речь на мастер-классе с художником и преподавателем Геннадием Вялим и гостем из Минска, коллекционером экслибрисов и графики, библиофилом Олегом Судленковым. Когда художник выполняет экслибрисы, к нему всегда есть требования владельца. Что он хочет от этого экслибриса? Поэтому, знаете, эта вещь достаточно такая интересная. И самое главное о том, что коллекционер графики, он собирает реальные произведения графики. Не копии, вот как в компьютере, эти самые смайлики, а настоящее произведение, которое имеет свою определенную цену, свои определенные требования. Однако одной только теории дело не ограничилось. Ребята стали настоящими свидетелями того, как создать свой уникальный, не похожий на другие экслибрис, который станет не просто красивой картинкой, а будет образно и колоритно отражать любительские интересы и пристрастия ее владельца. В ходе мастер-класса была напечатана гравюра глубокой печати, к слову, техники, благодаря которой выполнялся рисунок свыше 600 лет. Работая в художественной школе, я стараюсь то, что знаю об экслибрисе, то, что знаю в техниках гравирования, ну, передавать подрастающему поколению. Естественно, что они тоже заинтересовываются тем же самым экслибрисом, ну и гравюрой в более широком понятии этого слова. Так что есть последователи. И о том, что последователей много, свидетельствует живой интерес учащихся к увиденному в ходе мастер-класса по созданию книжного знака. Встреча объединила немало учащихся, а это прямое доказательство того, что интерес к этому удивительному и старинному виду творчества возвращается. Для ребят тема абсолютно новая и пока еще не очень понятная, но занимательная.